Всем привет! Мы продолжаем сладкие истории. И я надеюсь, что вы еще не позавтракали. Сегодня готовим сырники. Нам потребуется творог, сахар, соль, манка и яйцо. Поехали! Протираем творог через крупное сито. Смешиваем яйцо с сахаром и солью. Соединяем с творогом, хорошо перемешиваем. Далее добавляем манку. Объединяем ингредиенты до однородности. Готовую массу делим на равные части и формируем шарики. Руки и стол припыляем мукой и формируем будущие сырники. Для удобства можно использовать нож. Разогреваем растительное масло на сковороде и жарим сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Выкладываем на сметану и добавляем любимый соус. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита!